Айзек, это я. Поговорить бы с тобой. Прости. Прости меня за все. Мне совсем некому выговориться. Здесь все летит к черту. Не верю, что это наяву. Так странно. Такая ведь ерунда. Это она? Николь? Да, не отвечала несколько недель. Мы вот-вот прибудем, а ты все переслушиваешь. Скучаешь по ней, да? От контрактов на Ишимуру не отказываются. Но полгода порознь на одной видеосвязи – это не сахар. Легко что-то не то ляпнуть. Я тебя понимаю. Девушку слушать приятнее, чем ликбез по безопасности от Хэммонда. Предупрежден, значит вооружен, мисс Дэниелс. Вы уже говорили. Ну вот, гипервыход должен быть мягким. Скуривай темные гидусей. Я бы не смог полгода пялиться на этот обломок. Для вольного шахтера это рай. Экиды 7 одна из удачнейших находок Си-Си. Старателям на всю жизнь хватит. Так и где он? Вот. USG Ишимура в пределах видимости. Ну и красавец. Крупнейший планетарный потрошитель в своем классе. Вижу, эгиды уже начали курочить. А где освещение? Должны быть габаритные огни. Да. Подхожу на дистанцию вызова. Нас там должны ждать. Аккуратнее на подлете. Рядом с любимчиком Си-Си неожиданности нам не нужны. Ха, неожиданности? Это их вы выискивали в моем досье перед полетом. А вы проверяли? Я компьютерный аналитик. Профдеформация. Это стандартная проверка биографии, мисс Дэниелс. Когда работаешь с лучшими, иначе никак. Сэр, можем их вызвать. USG Ишимура. Это аварийная бригада USG Кэллион. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Ишимура, прием. Ишимура, как слышите? Прием. Ишимура, я USG Кэллион. Ты видел, чтобы на таких кораблях отказывала связь? Ни разу. Что там? Никто не может поднять трубку? Что это за хрень? Звучит как битый сигнал. Может, проблемы с дешифратором? Мы с Дэниелс его поправим. На все часов 48. Ну вот, будет время пообщаться с Николь. Да, надеюсь. Чейн, Джонстон, стыкуемся. Гравизахваты включены. Начата процедура автоматической стыковки. Не слушается! Стыковщик спорит. Сука, мы сбили с курса! Дэниел! Не могу переключить на ручное. Черт, черт, скорость не падает! Мы врежемся! Чейн, лети к аварийному стабилизатору! Вон он, синим светится! Может, он нас затормозит? Понял. Поднять защиту! Жить буду. Эй, Джонстон, ты как? Лодыжка. Кажется, сломала. Плохо. Но пусть лучше лодыжка, чем шея. Вовремя выпрос стабилизатор. Всегда читаю инструкции. Что за херня у них с системой посадки? Нас чуть по борту не размазало. Добавьте в список на починку. Чейн, отчет. Связь накрылась, сорвала двигатель левого борта. Один стабилизатор горит. Сингулярный конвертер на ладан дышит. Неполный ужас, но близко к тому. Идем за помощью. Джонстон, останетесь тут. Врача мы пришлем. Остальные за мной. Это мы шмякнулись. А планировали устранять аварию. Эй, люди! Куда все? Бро,
Яйцек, кого ждем? Ха, ну хоть вывеску мы не сшибли. Зарегистрируйтесь все. Айзек Кларк, приветствуем вас на борту корабля USG Ишимура. Икс синхронизирован. Получите кинезис и стазис модули у исполняющего обязанности главного инженера Джейкоба Темпла. Местоположение – ошибка. Сотрудник не обнаружен. Охрана не отвечает. Главный инженер тоже. Что у них тут со связью? Кто-то куда-то спешил. Где все охранники? Да где вообще кто-нибудь? Журнал пустой. Графика дежурств нет. Лифт обесточен. Великолепно. Эта консоль все еще дышит. Айзек, найдите отчет о повреждениях. Надоели мне эти кошки-мышки. Тут на полу что-то странное. Это что? Айзек, отчет о повреждениях. Мать вашу, какая вонища! Что узнали, Айзек? Долбануться. Тут не только связь и стыковщик. Пол корабля мигает красным. Двигатели, корпус, вагонетки. Как можно так изувечить планетарный потрошитель? Так, я восстановила питание. Вентиляция на ходу. Сейчас дойдет и до лифта. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Опять поломка? Нет. Система ввода карантина в норме. Стойте. Вы слышали? Да. Да-да, есть что-то. Эмонд? Без паники. Дэниус, запустите лифты. Там что-то ползает. Потолок! Боже, Чейз! Бегите оттуда! Петра, цели! Есть! Открыла! Скорей, скорей! Айзек, беги! Оно не отстает! Беги!
получен вызов охраны. Оно не сдохло. Промеж глаз пулю получило, и хоть бы хер! Смиту пришлось ему все конечности отстрелить! Нужна помощь, срочно! Айзек. Господи, Айзек. Живой. Чудом. Они тут кишмя кишат. Чейн, он ведь... Чейн погиб. Шансов не было. Что это за твари такие? Некоторые носили униформу Ишимуры. Это экипаж? Да нет же, бред какой-то. Ты их видел? Нам нужно на мостик. Если где и искать выживших, то там... Не выйдет. Мы под карантином. Транспортную систему отрубило. Вы оба ремонтники. Найдите выход. У нас тут затор. Вагонетка сломалась и перегородила пути. Инфопанель коротнула. Запасная есть в инженерном отсеке. Карантин без нее не снять. Вход в отсек на твоей стороне. Выдвигаюсь. Ты, главное, подведи ток к аварийной системе. И Айзек? Да. Уверен, Николь жива. Она ведь врач. Она поступит по уму. Да уж. Глупости она не делает. Найдите, где спрятаться. Я скоро Айзек, башку этим выблеском не стреляй. Даже шаг не избавляют. Ну да. Им разве что конечности отрубать. Руки эти, ноги. И то неясно, убил или лишь обездвижил. Получено сообщение.
Инженерный, это Бенсон. У вас стазис-модуля нет под рукой? Отправьте в ремонтный отсек. Автопогрузчик сдох. Тут вся система встала из-за одной вагонетки. А доставать ее, естественно, мне. Это Темпл. Шлю стазис-модуль. А что с погрузчиком? Хрен пойми. Сейчас вечно что-то летит, и я тут слышу всякое. Из механизмов, где и нет никого. Понимаешь? Да уж. Ремонтная система активирована. Система погрузки перезапущена. Внимание! Неполадки в работе автопогрузчика. Пожалуйста, свяжитесь с ремонтным отделом. Погрузчик сбоит, но стазис должен помочь. Главное подгадать момент. Ладно, но поскорее. Здесь хорошая слышимость. Замена поврежденной вагонетки. Ожидайте. Надо инфопанель заменить. Да, новая панель есть в инженерном отсеке. Без нее ничего не поедет. Thank you.
Айзек, нам бы сматываться, отовсюду шорохи. Держитесь. Инфопанель я достал. Иду к пульту управления. Дэниелс, готовься ехать. Панель установлена. Перезапуск системы завершен. Ремонт завершен. Вагонетка вызвана. Путь расчищен. Остановка причальная палуба, зал управления. Сели. Потолок вмят, но вагон на ходу. Карантин отменен, в ангар можно пройти. Связь не работает, так что будь осторожен. Каков план действий? Вы с Джонстон чините Келлион. Мы идем на мостик. Все по инструкции. Инструкции? Хэммонд, тут людей режут. Мой долг вас сберечь. А инструкции спасают жизни. Посмотрим.
Айзек, мы на мостике. Это... Больших же нет. Дэниел, вам быть командой. Ты измазался. Это кровь? Хейли, послушай меня. По всей Шимуре монстры, сука, бродят. Ты их не слышала? Что? Нет, связь же мертвая. Айзек... Надо срочно чиниться. Отчет готов? Да, он там. А меня не взяли. Не поняла, блядь. Мать твою! Конверты! Перегрузка серебрянного конвертера. Немедленно эвакуируйтесь на безопасное расстояние. Уходим! Что там творится? Джонсон погибла. Келлиан уничтожен. Сингулярный конвертер не выдержал. Нет. Без Келлиана не вернуться, мы в ловушке. Нет. Их смерть не будет напрасной. Как командный компьютер? Кирпич. Для доступа к системам нужен код капитана. Значит, ищем капитана. Где его? Сейчас. Так, вот. Капитан Бенджамин Матиас. Местоположение медотсек. Статус мертв? И капитана достали? Охренеть. Айзек, ты ближе всех. Можешь срезать через инженерный. Найди тело капитана и его X. С его кодами мы... Что это там? Чень? Вашу мать! Хэммонд, беги! Дэниелс,